Разрешите прикурить? Звезде по имени Солнце. В Алматы установили памятник рок-легенде Виктору Цою на месте съемок последних кадров фильма «Игла» на улице Тулебаева. Красная, красная кровь. Через час уже просто земля. На открытии присутствовал музыкант группы «Кино» Юрий Гаспарян, который специально прилетел на такое важное событие. Один из знаковых объектов. Спасибо, что вы нашли время. Спасибо. Совершенно не изменились. Монумент был открыт 21 июня, в день рождения певца. Организаторами масштабного события выступили группа меценатов при поддержке акимата города Алматы. Телеканал «Музон» смог получить эксклюзивные комментарии от акима города Бауржана Байбека. Целое поколение, в общем-то, выросло на этой музыке. Или можно сказать, что эта музыка оказала серьезное влияние. То есть мы слышим это. До сих пор эти произведения имеют особое звучание. У них есть энергетика. Вы знаете, когда в 90-е годы стали говорить об открытости, молодежь стала воспитываться по-другому. И те идеалы, которые говорил Виктор Цой, они, наверное, вечные. Дружба, преданность, смелость, стремление к звездам, движение вперед, в какой-то момент бескомпромиссность, наверное. Это те качества, которые свойственны молодым. И, наверное, Цой, он внес вклад в формирование ценностных ориентиров молодежи. То есть, по сути, его музыка, его стихи, они несут огромную энергетику, любовь к жизни. И поэтому инициатива наших горожан, она будет поддержана. Я считаю, сегодня мы видим, сколько желающих приехать к нам. Ну и самое главное, это будет объект туризма, я думаю. Творчество певца никого не оставляет равнодушным. Вот уже на протяжении многих лет. В Алма-Ате снималась легендарная картина «Игла». Вот лично я большой поклонник этого фильма. Очень часто пересматриваю, это тот фильм, вот, который всегда тебя как-то вот отправляет в те времена. И действительно, когда слушаешь песни Цоя, и особенно которые идут саундтреком к этому фильму, то аж дух захватывает, ну лично у меня. И так же, как и Даут, и наши друзья, наизусть знаю все песни. Но это вот тоже, знаете, такое удивительное сочетание, когда ты уважаешь, но при этом ты не идолопреклоняешься. Я считаю, что для любого музыканта, для любого художника, для любого творца, наверное, ценнее то, когда ты внемлешь и уважаешь, и придаешь значение. Вот для меня музыка Виктора Цоя и вообще его философия, его гражданская позиция – это большая ценность поколения. Чем больше будет таких точек важных в городе Алматы, тем он будет обладать, ну, большей душой, что можно сказать, большей привлекательностью. И я уверен, что здесь будет огромное число любителей музыки группы «Кино», Виктора Цоя, собираться на этих местах просто для того, чтобы посмотреть на память, для того, чтобы просто вспомнить, какой был фильм «Игла». Может быть, встретить, гуляя здесь, режиссера этого фильма, потому что Рашид Нугманов тоже здесь недалеко живет. И мне кажется, это очень важно, что сейчас уже появился такой памятник именно в Алматы. Еще одно любимое место для алматинцев открыто. Возможно, именно здесь каждый человек способен дотянуться до звезд. Закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезд.